Парикмахерские, салоны красоты – это место, где персонал и клиенты подвергаются воздействию химических веществ. Мастера используют в работе краску для волос, спреи, растворители, жидкости для мытья и обработки инструментов. Некоторые из этих средств имеют сильный и навязчивый запах, они токсичны для людей и могут вызывать головную боль. Аммиак – главное средство для окрашивания волос, вызывает раздражение глаз, слизистых оболочек и дыхательных путей, приводя к аллергии. Кератиновое выпрямление, химическая завивка, окрашивание и различные средства для волос содержат такие опасные вещества, как толуол, формальдегид, дибутилфталат. Они приводят к приступам астмы, аллергическим реакциям, проблемам с дыханием, раздражению глаз, носа и горла. Если сотрудники парикмахерской часто болеют, регулярно жалуются на самочувствие, причиной может быть плохое качество воздуха в салоне. Многие пытаются защититься масками и кондиционерами, но это неэффективно. Therapy Air – это необходимый гаджет для современного салона красоты, где заботятся о персонале и клиентах. Очиститель воздуха от Acceptor значительно снизит количество мелких волос и пылинок, избавит от вирусов и бактерий в атмосфере помещения, что обезопасит от распространения инфекций гостей и сотрудников салона, удалит неприятные запахи и обеспечит чистый воздух для сотрудников и клиентов. Узнать подробную информацию о системах очистки воздуха от Acceptor вы можете в наших офисах, а также в мобильном приложении Acceptor.